Хей, гайз, с вами Шамики, и мы продолжаем проходить игру по названию Chasm. Короче, что я узнал? У нас в журнале, там внизу должен быть листик, где написано музыка, колокола. Я не знаю, где мы это пропустили, потому что по карте мы все здесь посмотрели. Ну, кроме там нижнего участка, потому что там сраные ловушки с этими булдыхами, ну это посрать. Короче, я посмотрел, по идее, код. Это 1, 3, 1, 4, 2, 2. Значит, не с этой стороны, давайте с этой. 1, 2, 3, бац, бац. Нет. Только не говорите, что мне нужно идти искать колокола. Мне нужно искать эти лист. Они издеваются. И где мне его искать? Ладно, смотрим по карте, где у меня точечка есть. Допустим. Ай. Ладно, не суть. Не суть, пробежим. Где, блядь, я мог пропустить запись? Она может находиться в любом месте, на самом-то деле. В любом, в любом. Где я его, нигде не заметил эти циферки? О, его можно перепрыгнуть. Отлично. А вы мне говорите, чтоб я сейчас наверх, да, лез? Так, ну я вернулся в начало, хорошо. Может, я с кем-то должен был поговорить? Так, скелет готов. Чаром. Какая ж ты мразь? Какая ж ты мразь? Я просто не представляю, куда мне идти искать эту сраную страницу. Я не горю, я просто зол, потому что я узнал по сути в интернете, как мне открыть, но мне говорят, увы, нет. Увы, нет, ищи, где она лежит. Может, на у кого-то. У кого? Там у нас только арена есть. Все. Я не знаю, ребят. Увы, я не знаю. Ай, бля. Сколько мучений с играми этими. Я не собираюсь бежать хер знает куда из этой сраной книги. Короче, пробегусь, сдохну, сдохну. Посрать. С той стороны у нас были бочки.
где их искать? Их его знает. Их его знает, где искать? Там у нас сейф, да? Здесь у нас сокращение пути. Может, где-то на крыше наверху было. А я не заметил. Здесь нигде. Здесь нету. Ух ты, какое колечко. А ну-ка. Ну, минус урон. Минус урон — это плохо. Ладно, давайте в эту сторону. Здесь у нас было... Мне еще раз дали. Что, сходим еще раз на арену? А давайте еще раз сходим на арену. Почему бы нет? У нас она, во-первых, долгая. Плюс у нас есть здесь хилы. Ну, пока что... Я могу этим воспользоваться, на самом деле. А да, они по ХП стали побольше. Воу-воу-воу! Ведьма какая. Не. Так, гладиаторская броня. И она, блядь, лучше моей. Я ее одену. Еще есть? Давай еще раз. По-быстрому сбегаем последний раз. Да. Ух ты ж, ё-моё, тихо-тихо-тихо. Инвентарь. А почему ты именно вверх стреляешь? Ух ты, что это вот плохо. По крайней мере, я думал.
Тихо, инвентарь. Еще кусочек мяса. Как так? Как так? Ёлки-палки, как я за хп не посмотрел? Ау. Просто ау. Класс. Ладно. Тогда делаем вот как. Мы идем туда снова. Даже как бы то ни было, там что-то годное дают. Как гладиаторский, допустим, тот же доспех. Но мне нужно, чтобы меня забафали. А для этого мне нужно найти бафающую эту систему. По хп плевать, потому что я там все равно восстановлю ее. О топорах нужно не забывать, потому что топор наносит хороший урон на самом-то деле. Допустим, блэм. Допустим, 19, да? Идет там, как можно сказать, постепенный урон. Допустим, тому магику я нанес двойной урон. Главное, чтобы он еще был один раз. Бля, пожалуйста. Да, отлично. Так, немного не туда пошел. Сейчас на этих не обращаем внимания. Просто бежим, чтобы не тратить зря вот эту защиту. Давайте. Сегодня мы гладиатор. Левел ап. Левел ап. Плевать. Дамажимся, дамажимся. Минус. Так, ведьма. Так, забираем гладиаторский. Держим хилиться. Тут хила нету, ё-моё. Плохо, ладно. Что вам сказать? Откуда я мог знать, что там фонтан одноразовый? Я не знал этого. Тогда у меня второй вариант. Как можно все провернуть? Блин, может мне там поблизости нужно было где-то сохраниться, чтобы вот это постоянно круги не наворачивать? Ладно, плевать. Я хочу... А, я еще плюс броню не поставил.
Я забыл броник одеть. Не, ну чё я так впитываю там урон? А мне на самом деле интересно, а что будет, если я полностью выиграю? По идее, тот мах это был последний. После него уже все. Да? Или нет? Так, ну здесь чистый рандом. Да, но они там помощнее стали. Если здесь за 4 удара убивается, то там точно не за 4. Я убил. Но сегодня мы гладиатором побудем. Поэтому мне все равно. Сегодня мы гладиатор. Так, опять не в ту сторону. Черт. Убивать. Просто бежим. Нормально. Да, если так, то лучше урон не впитывать так сильно. Level up. Зараза. Все, раз, впитали. Гладиаторская броня. Бежим, бежим, бежим. Да-да-да-да. Сразу заходим в журнал. Броня. Ставим дамаг. Выпиваем и идем дальше. Так. КП экономим, экономим. Ух ты, зараза, достал. Бе-бе-бе. Ах ты зараза! Мне никто не говорил, что ты так можешь атаковать. Ай. Ай. Ай.
Ой-ой-ой. Я думаю, лучше это все молча сделать. Слишком много я впитал урона. Почему я сразу так не убил? Не знаю, почему я вообще сдох. Я не пойму, не знаю. Вообще отстаньте. Так. Блять, он все-таки ударил меня. Тихо. А знаете что, я лучше отхилюсь на всякий случай, а то мало ли. Сейчас ему снова приспичит меня как-то херь запульнуть. А, там нужно было одного только грохнуть. Гладиатор. Гладиус. Все? А, не-не-не, приятель, все. Спасибо. Ух ты ж, ё-моё. Все, да. Мы гладиатором стали. Мне этого достаточно. Мне этого достаточно. Как просто убегать от гаргулей? Просто. Не, если там будет снова, а уже не будет, по сути. Ну все тогда. Тогда я не буду. Что мне делать с колоколами? И все. Типа подсказки здесь нету.
Подсказка только в листике, но листик я не знаю, где находится. Как-то так. Не, можно, конечно, попытаться сбегать куда-то, но я не уверен, куда. Ладно, давайте, короче, я отправлюсь в город. Там я сохранюсь. Если дадут интернет, я посмотрю, что, где взять этот листик. И тогда продолжу проходить ее. Да уж. Теперь я настоящий гладиатор. Дел. Крафт. Нифига, 60 урона. Мне нужны перчатки. А это оружие? Ясненько. Не могу ничего. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.